Привет! Коста-Рика на связи! Сегодня вообще особенный день, самый запоминающийся для нас и для всего нашего ЛГБТ-комьюнити, потому что сегодня гей-парад. Ставьте лайки, пишите комменты и подписывайтесь на канал. Тот, кто не в курсе, подписывайтесь на канал, пролистывайте всю нашу историю, знакомьтесь с нами ближе, а мы вам немножко подскажем. Мы приехали в Коста-Рику 26 декабря 2020 года. Мы семья, здесь мы поженились, у нас есть ребенок, собака, костариканский кот, и мы экспаты в Коста-Рике. Добро пожаловать на наш канал! Думали, что все начнется в 10 утра, но что-то, видимо, мы попутали или какая-то задержка, вроде как... Буравида просто, Коста-Рика! Да, Буравида. Потом сказали, что здесь в 11, в 12 теперь. Сегодня гей-прайд на Тихом океане в тропической Коста-Рике. Да, на нашем канале мы не так часто что-то рассказываем об этом, но... Раз в году проходит месяц гордости, по всему миру проходят гей-парады, прайды. Люди гордятся тем, кто они есть, не стесняются, поэтому мы тоже не будем исключением и обязательно тоже решили заснять вам такой формат видео. Мы знаем, что нас смотрят разные люди и надеемся, что вы уважаете других людей и выбор других людей, и у нас на канале нет гомофобов, поэтому... Всем спасибо, любимые птички, за вашу любовь, а мы продолжаем веселиться. Такая Иришка классная на фоне океана и на фоне этого прекрасного флага космического. Такая здесь сегодня тусовка. Еще только все начинается. Пальмовые листья он там раскрасили в радужный цвет. А Паксик тоже гуляет. Познакомились тут с женщиной. Гуляем, в общем. Не просто гуляем, знакомимся со всеми, всех встречаем. Это так классно, так здорово. Сегодня все открытые, в принципе, как всегда. Все поздравляют с Happy Pride. Все прекрасно понимают, что это за праздник, все радуются. Вывешены флаги даже в городе. Когда мы сегодня ехали, мы тоже вообще офигели. Так это классно и приятно. Нам, кстати, написали наши клиенты, все поздравили нас с счастливым прайдом. Написали хороших выходных. Начинается прилив, мы пришли за вот эти вот камни, надо вовремя уйти, иначе потом можно не успеть. Девчонки вот такие вот молодцы, гибкие очень, стараются. На этом канале вы можете посмотреть обычную реальную жизнь людей, которые уехали из России в страну, где мы можем быть самими собой. Спасибо, Коста-Рика, за гостеприимство. К сожалению, мы не смогли попасть на парад, который проходил в столице Коста-Рики, в Сан-Хосе. Там собралось очень-очень много людей, несколько миллионов. Ставим фоточки, сейчас посмотрите. Но наш прайд здесь, на пляже. Ничем не хуже. На да. берегу океана, главное на берегу Тихого океана. Поддержать свое сообщество. Показаться, чтобы все друг друга видели. И не только наше сообщество, но и все остальные. Потому да, что вообще, все люди абсолютно love равны. Is love. Вообще, Мануэль Антонио – это гей-столица Коста-Рики. Здесь есть гей-пляжи, гей-отели, рестораны. Все отели практически здесь. Мануэль Антонио гей-френдли, поэтому здесь будет очень комфортно. Понятное дело, что есть провинции, где, возможно, это не настолько принято. Там, ну, здесь люди все терпимые, здесь... Никогда не было пропаганды какой-то там, не было гомофобии, поэтому люди спокойно принимают. Ну и, конечно, стоит помнить, что у любви нет пола. Просто любите. У-ху! Happy Pride! У-ху! О, а это уже наши новые знакомые! Привет, привет! Видите, какая красота! Сколько счастливых ребят сегодня, и все они горды, что они относятся к ЛГБТ-комьюнити. Воу-воу!
мальчики и девочки. Все без музыки, только тихо. Mucho gusto. Mil colones, обязательно нам. О, gracias. Ю-ху-ху. Uno momento. Не купить флаг? Конечно, надо его купить. Конечно, мы хотели огромный, но больших что-то не продают. А такой на палке нам не очень нравится, поэтому... Здрасте. Я думала, что будет музыка играть, честно говоря. Но на самом деле для нашего Ютуба это очень хорошо, потому что музыку на Ютубе нельзя чужую, потусторонней, но мы ее подставим. Давайте накидаем сейчас лайков, выкидаем этот видос всем своим друзьям, всех поздравим с Прайдом и будем любить друг друга, несмотря на пол, рас, цвет кожи и все остальное. Все остальное – это наша коронка. Смотрите, кого мы сейчас вам покажем. Хорошо разговаривать по телефону, да. Да, Опа. Ребята прилетели из России. Скоро у них появится свой YouTube-канал. Так, что? Скоро мы его озвучим. А вот и второй красавчик. Смотрите, как мы тут все в сборе. Надеюсь, вам очень приятно познакомиться со всеми нами. И вы не зря тут собрались, друзья. Скорее подписывайтесь на этот канал. И на канал ребят мы его потом скинем. Давайте все поддержим друг друга. Че, черепаха, девочки? Да. Вон, посмотрите. Скажите привет, привет всем подписчикам. Здравствуйте всем. Доброго дня. Rescue. О, вау, она огромная. Сейчас пойдем посмотрим. Они ее спасают. Специальные люди приехали для того, чтобы помочь этой черепахе и спустить ее в океан. Вау, как классно! Вот это да! Ребята, птички наши любимые, вот это контентище! Сейчас они ее отпустят, может быть, в океан? Все люди тоже столпились, все стоят, смотрят. Тяжелая, она большая. Любимые птички, мы вас познакомили с Машей, а с Мариной все еще не познакомили. Этой ночью были очень сильные волны, я увидела, что они били прямо сюда, поэтому ее вынесло, скорее всего, черепашку. То есть ее нашли здесь, вызвали специальную компанию. Safe Kids Rainforest. Ну, я первый раз вижу, как они приехали, прям что оперативно, быстро спасают. Здорово. Она такая смешная, с ракушками. Такая прям. Ее выбросила, потому что были очень сильный прилив. Так, а у нас продолжается прайд. Начинают все люди подтягиваться потихоньку. Как-то мы вам рассказывали про развлечения на океане. Это лошадки. Пакс увидал лошадок. Может, мы попозже приедем? Дискотека! Приехали на тусу. Вернемся через час, когда стемнеет. Потому что мало людей, еще пока очень мало. И все наверняка на прайде сейчас на закате. Поехали на закат? Поехали на закат, да. А, давайте. Поэтому возвращаемся обратно. Там, может, кстати, вообще тема сейчас тусовка. Сегодня Мануэль Антонио гудит. Прайд. Ставьте лайки, кто знает, что такое прайд. Туча реально набежала. Ну как?
Очень красиво. Приехали. Уже вечер, сейчас будет закат уже. Заката не будет, будет просто темно. Все. Поедем потом на тусовку. Не знаем, если дождя, конечно же, опять же не будет. Прайд закончился. Сегодня порадовала погодкой. Солнечная, радужная. И мы ей говорим, что мы будем сидеть тут бесконечно. Она такая, нет, говорит, вы можете попросить. Еще у нас только начало, все еще только начинают подтягиваться. Продолжается, а мы с вами прощаемся. Увидимся в новых сериях. До встречи!